во имя Отца и Сына и Святого Духа. Всечестивые отцы, дорогие братья и сестры, всех вас поздравляем сегодняшним воскресным днем. Просим Божьего благословения, Божьей помощи вам, дорогие братья и сестры. И мы дуже вдячні вам, щоб люди ці місця, цей монастир, і ми разом могли помолитися Господі і Богу. Не забувайте, браття і сестри, що Господь Бог любить всіх нас, і Він чекає на наше прощення, як блудного сина. Він жде від кожного грішника, бо Господь хоче прощати. Господь хоче дарувати нам Царство Небесне. І Господь жде всіх нас, щоб ми вернулись к Нему домой. Бо ми согрешили. Ми отошли от Отчего дому. Но сьогодні через покаяние, через молитву ми приходимо знову к Отцу Небесному і приймаємо Його в своїх серцях і душах. Дорогі мої, люблячий Отець, отдал своего сына на распятие. Вот так возлюбил Господь Бог этот мир, который вы есть, что единородного сына Он отдал на распятие, чтобы искупил род человечества. И сегодня мы все имеем прощение. Тот, кто возвращается к Господу Богу, все принимают прощение, милость Божию и боль Бога. Мы все готовимся для Великого Поста. Не забывайте, братья и сестры, прежде всего, надо прощать всех, которые нам согрешили. Бо в жизни все бывает. И иногда мы говорили, что я никогда не прощу тебя. Набирайте сил духовных и прощайте всех. Я тоже прощаю всех, я ничего не имею против никого, потому что мы все люди немощные, мы люди грешные, только одно, с любовью, от сердца, от души прощайте всех. И если начинается пост, пост – это не то, что мы меняем меню. Пост есть превыше всего любовь к ближнему. И мы должны все время делать милосердие, милость. Как сказал сегодня Господь? Он не спросил, где ты был. Где ты была? Почему ты сделал эти грехи? Вот почему ты так согрешил? Этого Господь не делал сегодня. Он совсем по-другому говорил. Я был голодный, а вы кормили меня. Я жаждал, а вы напоили меня. Я был чужой в этом мире. Вы приютили, вы приняли меня. Я был в тюрьме, в больнице, а вы меня посещали. Вот, братья и сестры. И говори Господь, следуйте в Царстве Моем, в Царстве Божьем. То, что вы делали ближнему вашему, вы сами Господу делали, сам Господу Богу пытали в руках. Вот один раз человек шел в церковь, а там лежал пьяница. И когда он подходил, попрощайничал там у этого человека, который шел до церкви, а то не имел ничего. Я дал ему пиджак свой. Раздел пиджак, я одел его. Говорю, во имя Иисуса Христа возьми. Там люди посмотрели, начали смеяться. Когда он вышел с церкви, домой шел. Это без пиджака лежит пьян. А вот и смеялись, говорю, смотри. Так дали ему пиджак, он продал и купил себе водку. И он как-то скорбел душой. Но когда ночью ему снился такой сон,
идет Спаситель к нему, одетый в том же пиджаке, который он подарил этому пьянице. И сказал: не скорби, мой дорогой, ты отдал мне, ты не ему. Так никогда в жизни не жалейте, если вы делаете добро, не жалейте: а, я тебе когда-то дал, помогал, а ты мне не хочешь помогать сегодня. Если мы делаем, все делаем для Господа Бога, и все отдаем Ему. Еще раз, братья и сестры, я всех вас поздравляю с сегодняшним днем. И мой Господь Бог благословит вас всех, Божьей милости вам, Божьего благословения. И не забывайте, мы ждем, наша дорогая и родная семья Ванчей. Вы уже в нашей семье. И мы всегда ждем вас, любим. И знаете, мы находимся в Божьей Церкви, в канонической Церкви. Остаемся в ней и будем оставаться. Мы ничего не меняем. Одни хотят порвать туда, другие сюда. Мы находимся в той Церкви Спасительной, благодатной Церкви. И пусть Господь всех навернет в эту Церковь, в истину. Потому что дар Духа Святого, мы не можем его силам забрать у Бога. И Господь отдал это нашей церкви. Бо кто-то меня осуждал, говорит, что я сказал, что наша церковь имеет тысячи и тысячи років. Говорит, а недавно вы приняли. Ну, тысячи років назад нет. Церковь, когда Господь отдал ученикам своим, говорит, возьмите Духа Святого. И я создал мою церковь в день Святого Духа. Так что тысячи років маю. И в церкви мы не имеем что поделить. Ни на нациях, ни на языках. И мы остаемся в этой церкви благодатной. Кто-то хочет себя называться церковью, но без Духа Святого. Они не могут. Я могу называться врачом, но я не могу делать операции, потому что мне не дано это. Надо учиться, надо работать врачом, надо учиться оперировать. А потом, так и в Церкви Божьей. Мы можем называться священниками, но без благодати. Зачем мне сейчас взять палку и бить вас? Я иду до церкви. Как мы... Ну, иные там священники смотрят, как бьют этих женщин. Я не смотрю, я бы не мог терпеть это. Я сказал, что вы делаете, остановитесь. Зачем их бить? Зачем ломать двери? Зачем делать зло? Давайте сеять добро. Объединяйте нашу Украину. Только любовью. Молитве. Мы один народ. И мы народ Божий. Мы не отсюда. Наше царство там. И мы будем служить нашему царю Богу, потому что тут нас никто не защищает на цей час, а в принципе и не нам. Нас защитит Господь. Лишь одно просим у Господа, чтобы остановилось кровопролитие, чтобы мы могли снова славить Бога в мире, в любви, и не называться оттуда или оттуда, западной Украины, чем с востока Украины. Всех нас Господь создал. И у нас одна держава, одна краина. И мы можем любить ее, и любить всех людей, и не выбирать. Как люди не говорили по-русски, по-украински, по-румынски, как они научились, как они жили. Мы ценим державу, не знаю. А зачем делать раскол в стране? Зачем ломать церковь Божию? Зачем бросать людей на первый сорт и другий? Мы приняли крещение. В этой церкви. Мы тут венчались. Тут мы видели чудеса Господни, братья и сестры. Чудеса Господни мы видели тут. Мы видели, как воскресли люди с того света. И не я один в этом. И в больницах, когда люди были в коме, когда говорит, надо отключать аппарат, потому что все, человек мертвый. Мама плакала, говорит, нет, оставляйте, пойду в центр, потом будете снимать аппарат, отключать. И все чудеса, которые мы видели в нашей церкви, мы благодарим Господа и Бога. Так когда и куда, в какую церковь мне перейти?
если до сих пор я был в благодатной Церкви Божией, где мы видели чудеса, где народ собирается с любовью. Тут, Господи, где Ты нас оставил, тут и найдешь нас. И благодарим Богу за то, что народ ходит в правде, в истине. Нигде обещают нам что-то. Нам Господь обещал. Если мы Его будем любить, служить, Он обещал Царство Вечное, там, где наши дорогие ушли, и мы тоже пойдем. Вечно никто не живет. За нами остается то, что мы сеяли. Или добро, или зло. А там будем отвечать за то, что мы тут сделали. Я прошу всех вас пробачення. Прощайте мені, брати і сестри, я всіх вас прощаю, ну я не маю за що вас прощати. Бо ви діточки Божі, ви так тяжко приїжджаєте, далеко, но що означає, що у вас внутрі є любов? Ви ж не прийшли посмотреть на мене, слушать мене. Ви прийшли Господу Богу, і ви відкрили йому душу вашу, серце. І так ми завжди должны бути рядом, друг з другом. И помогать, и не оставлять. И когда человек хочет кушать, он не спрашивает, на каком он языке разговаривает, какая нация у него, какая держава, откуда он. Сделай добро, бо Господь тебе все отдаст. Спасибо, Господь Богу и Божьей помощи. А там, если Господь сподобит нам, братья и сестры, там, будет один язык. И той будет ангельский. И там будет пановать любовь, добро. Кто имеет зло, кто не прощает, там не попадет. Забывайте про Царство Божие. Надо сегодня исправить все. То, что мы раскололи Церковь Божию, то, что раскололи народ Божий, то, что мы сделали це зло. Вот сегодня треба с покаянием вернуться. Мы можем объединяться лишь в правде, в истине Божьей. И она не сегодня дана, ни 4 года, ни 5. От святых апостолов Господь дал догму нашей церкви, каноны. И мы так идем и служим. Я ничего не имею против никого, хоть в конфессии. Господь меня тут призвал. Я тут служу Богу. А всем желаю вернуться к истине, к добре и к любви. Ангела-хранителя вам на обратный путь. И передайте всем поклон. Бережите себя. Бережите нашу державу. Бережите он одного. И передайте всем у клинбе нас, Банченского монастыря. И передайте тем владыкам, священнослужителям, которые сегодня судят их. Пусть радуются. Потому что вы очень похожи на Христа Бога нашего. Вы идете по той дороге, спасительной. Их били, их мучили, их убивали, но они не лишили Бога. И веру тоже не лишили, они служили Господу и Богу. Вы знаете, вера, надежда, любовь, как мучили этих детей, такие маленькие. И перед мамой, чтобы маме стало жалко детей, чтобы они отвлеклись от Бога и остались живы. Но они этого не сделали. Мама сказала, деточки мои дорогие, один миг, и мы будем на Царстве Божьем. И они так и получили Царство. Так и вы, братья и сестры, идите по этой дороге, спасительной, пока у нас есть наш блаженнейший Оруфрий, который ведет этот корабль так, как надо идти. И он сказал прекрасно, пока мы сеем в истине за Бога, народ идет за мной. Если я поверну вправо или влево, народ пойдет дальше, вперед за Бога. Так за Богом вперед, чтобы служили, любили. Помогай Богу, хоть Бог, и прощайте, мне тяжко говорить, но я знаю, что вы любите это место. Мы вас тоже любим,
И просим у Бога, и молим его за вас всех. И придет время, когда у нас снова будет та сильная держава, если будет Бог, если будет истина. И если мы не будем голосовать против Церкви Божьей, против истины, потому что сейчас видите, как Греция же была такая вот православная страна, и все, и первая страна, которая голосовала однополые браки. Но это кощунство, братья и сестры, это мерзость, мерзость перед Богом. Люди, может, есть немощные, но голосовать, или они хотят дойти до церкви, чтобы мы венчали таких людей. Мы этого не можем. Господь создал прекрасную семью, которая вот вы и есть. И мы должны оставаться в этом Господе. Спасибо, Господь Бог. И крепитесь. Я думаю, что нелегкие времена будут. Это еще не тяжело. А такое будет, как никогда не было и не будет больше. Такие гонения против христиан. Вы, наверное, уже немножко знаете, что хотят принести жертву, хотят строить храм, где будут короновать антихриста. И оно все готовится уже. Ближе и ближе. А нам ничего не страшно. Я даже не думаю. Мне не интересен антихрист. Потому что я принял Господа Иисуса Христа. Я принял крещение во имя Святой Троицы. И я остаюсь верным. И хочу прощения, как и вы тоже этого желаете. Хочу милость Божию и Царство Небесное. Аминь. Спасибо. Не забывайте кушать. Чтобы вы не голодные шли домой. Спасибо.